Ну а видео хочу вам посоветовать досмотреть до конца, потому что в конце я расскажу полностью весь смысл об игре. И что самое главное, будут ваши картиночки, которые вы рисовали, ваши арты. Так что обязательно досматривайте до конца, и будет вам счастье. И ставьте лайк, не забывайте. Ну а перед тем, как посмотреть ролик, заходите на канал Simple Blender. Тут вы найдете очень много роликов про дотку. А дотка — это вещь, конечно же. И если вы увлекаетесь, обязательно заходите, подписывайтесь. Канал только развивающийся. Так что видосов будет много скоро. Так что ставьте свою подписочку вот сюда вот. Подписаться вот так вот. Подписались, да, и можете нажать мне лайк и смотреть дальше видосик. Всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinus, и сегодня мы будем смотреть хорошую, самую правдивую концовку. Растягивать я не буду, опять же, на миллион концовок. Не знаю, честно говоря, получится у меня или нет таким способом получить ее, но сейчас попробуем. И что нам надо сделать? Нам надо подойти к этому кабанчику, опять же, к педофильчику, к нашему. И он нам говорит, что мне надо как бы отдать свой лепесток, но мы ему не отдаем лепесток. И он такой: нет, ты сказала нет, это же просто лепесток, ты можешь просто дать его мне, не так ли? Нет, кабан, я тебе ничего не дам. Не для тебя Мэри розу растила. Не упрямься, Мэри, я не дам свое семя. Я не дам тебе свое семя, если ты будешь себя плохо вести. Разве ты не хочешь получить его? Нет. А я сказала: не дам. Как бабка в виде. Отлично, делай что хочешь, но похоже, что здесь осталось что-то интересное. Ты уже играла во все игры. Если ты хочешь погрузиться глубже, дай мне свой лепесток, иначе ты просто проснешься и вмиг все утратишь. Поговори со мной снова, когда ты образумишься. И теперь, если я не ошибаюсь, нам надо возвращаться обратно в ту комнату, там где была картина. А если честно, из всех концовок, которые мы бы тут видели, там просто, ну, там бредовые концовки, там я проверял, мы просто... То просыпаемся, то не просыпаемся, но там не ясно будет, там вообще ничего не понятно. Заходим же сюда. Тут я на всякий случай сейчас сохранюсь, потому что, может быть, я не успею кое-что сделать, хотя сейчас посмотрим. И опять же, нам говорят, Shift надо нажимать, это неспроста. Дверь заперта. А дверь заперта, наверное, из-за того, что мне надо... Все лепестки взять, скорее всего, чтобы у меня все лепестки, точнее, были. И вот тут мы находим нашу лисичку, это в последнем этом испытании. Ты действительно нашла меня? Только тут прикол какой. Тут надо нажимать не вперед, а на себя, как бы вниз. И она оказывается где-то там, это просто пипец. Хрен додумаешься даже насчет этого. Вот возьми свой приз, забираем красную семечку, отлично. И все, идем. А вот если честно, во второй комнате, там вообще имя, я вам честно скажу, это просто жесть. Там вообще не то имя, даже которое в библиотеке надо было вводить. Там надо было вводить Глен. А он говорит, Анна написала. Глен Анна, что ли? Так, ладно. Мы все собрали, все то же самое сделали. Только чтобы добиться самой хорошей концовки, мы не должны ему ничего отдавать. И у нас должно быть 4 лепестка. И тогда вроде бы, если я не ошибаюсь, У нас получится, можно сказать, пройти туда, да? Так вот. Так, все, вот она нам опять говорит эту фигню. А те концовки, честно говоря, там не очень. Там то хорошее, якобы ты просыпаешься, еще какая-то там, якобы тебя там что-то поглощает, какой-то бред. Так, вот сейчас мы сохранимся. И, по идее, должны... Дверь заперта. Почему дверь заперта? Все равно бред. Почему она заперта-то? 4 лепестка я собрал. Может быть, ангела не надо разбивать. Ну, друзья, вот этот прикол, конечно, я вообще офигею. Я искал все это время ключ, а этот ключ торчал просто-напросто в замочной скважине. Прям всю игру. Я просто в офиге, потому что я искал его только что, бегал, думал, да где же он, я же его взял с кровати. А этот позолоченный ключ нам нужен для того, чтобы открыть эту дверь. И вот теперь мы, наверное, сохранимся точно, окончательно. Это просто пипец. Вот дверь заперта. Позолоченный ключ мы раньше могли использовать. Ты открыла дверь. И, кстати, мы его можем опять же забрать. Но я не знаю, в принципе, давайте возьмем. Хотя, может, не стоило этого делать. Ладно, разберемся.
Тут мы попадаем в какую-то странную комнату, и это уже на хоррор более, да, похоже? И что же нам тут надо делать? Нам надо тут брать... Вот, плюшевый заяц, изрезанный в клочья, внутри него что-то есть. Ржавый ключ мы берем, еще один. Пингвин разорван. Тут музычка такая интересная. И последний берем. А если мы не успеем, то за нами прибежит бабайка, нас сваливать сюда сразу резко. И все, наверное, валим. Воу, тихо. Что происходит? Так, я надеюсь, он за нами не будет бежать. А теперь мы берем, проходим вот в эту комнатку. И заходим в картинку. Если у нас получится, да? Рисунок необычный, но ничего не происходит. Скорее всего, надо было на бабайку тут выбежать, на монстра, на страшного, показать вам его, и тогда все произошло бы. И тогда все будет в порядке. Извиняюсь, почему-то, когда я записываю видео, у меня всегда чехотка начинается. Я чихаю, как бешеная пони в разрезе. Так, ну где ты там? Йоу, мазафака! Ух ты, не понял, а где он? Где монстр? Так. Кабана, голова на меня смотрит. А это что за... Вот! Вот, кстати... Дверь заперта. Не понял. А где страшный монстрик? Может, я что-то не то делаю? Так, ну смотрите, мы увидели, да? Этот, картину, может, сейчас получится. Запутано, тут столько концовок, тут половина концовок нафиг не надо, но зачем на них обращать внимание, я просто не понимаю, зачем их делать. Так, кнопка, может быть, закодированная кнопка, видите волшебное слово. Но пока у нас нету, говорят, волшебное слово я смогу ввести только в тот момент, когда пройду полностью все концовки, всю игру. Так, ну у нас ничего не получается, не знаю, может я что-то не туда. А, друзья, кстати, возможно, у меня ничего не получается, потому что я с кабаном не поговорил еще, да? Да, вот три семечки, блин, вот я гоню. Вот последняя, да, типа, мне отдаем. Видимо, этот плохой как бы монстр, который будет. Может быть, это олицетворение кабана будет? Так, ладно. Вот, все. По идее, сейчас должно сработать, я не знаю. Сейчас сохраниться надо, самое главное. Перед этим настрюкой. Давайте сохранимся. Давайте тут. Ну, я не знаю, если поэтому не выйдет, я даже без понятия как. Опа! Слышите? It's coming. Все, вот, сейчас будет что-то. Воо! Бабайка нападает, яйки не отрывает, салаты кладет, бля, вот и тут бежит. Вы, говорите, не хоррор, да я чуть вообще не обкакался. Хотя уже на дворе. На дворе уже сколько времени, кстати? 6 часов утра, наверное, или 7. А я долблю в игру. Что странно с этим рисунком? Потрогать? Потрогать? Да. Я сюда! Можно? Нет! Я не туда вошел! Я не туда вошел, видимо! Блин! А вы говорите, не страшно! О! А может и туда! Ангел меня проведет! Может я туда вошел? О! Есть! Вроде туда! Три ключа! Так! Вот тут мне надо три ключа сувать! Все! Есть! Вот это я испугался, реально! Я думал... Все будет хорошо! Ну что, друзья? И мы просыпаемся, видимо! Этот сон был долгим. Интересно, изменилось что-нибудь? Кого я обманываю? А что такое, что происходит? Кстати, игра хоть сделана инди. Посмотрите, как она офигенно сделана. Это платформер. Дядя Гвендель подарил мне эту куклу. Интересно, когда он придет к нам снова? Гвендель. Что этот пингвин из сна опять сказал? Где я оставил ключ? Друзья, ну, выполнено вообще красиво. Это мой книжный шкаф, он заполнен старыми книгами. Мама, а также некоторыми подаренными мне дядей Гвендолем. Книги, как мы там, да, ну, как бы искали, да? И во сне такое же было. Вот мой рабочий стол, где я делаю домашнюю работу. Она, видимо, ну, еще школьница, да? Еще так одета, как будто бы ей 60 лет. Папа запер дверь. Использует посылочный ключ? Давайте. Я открыла дверь. Я могу выйти. Папа закрыл ее? Но зачем?
Если так подумать... Ну, давайте посмотрим. Вот продолжится игра, или это концовка? Вроде концовка. Мари, есть только всего, чему я хочу тебя научить, показать тебе. Но к тому времени, как ты будешь достаточно взрослой, чтобы понять, буду ли я с тобой. Буду ли я с тобой, типа, да? Мари, почему тут Мари переводит, а не Мари? Всегда помни, что ты можешь всегда в своих снах... А все, если ты попытаешься, ты можешь изменить свою жизнь через сны. Ты владеешь такой силой, найди ключ, который воплотит сны в реальность. Тогда весь мир откроется перед тобой. На море берегись. Если ты передашься слишком глубокому сну, ты никогда не сможешь проснуться. Мне кажется, я понимаю, о чем вообще эта вся фигня. Я все еще в поисках ключа. Когда я найду, я спасу нас обоих двоих. Но если я не вернусь, Мари, тогда я молюсь на того, что ты найдешь свой путь и спасешь себя. Мари, моя дорогая дочь. Это отец говорил. Но зачем? Мы еще что-то увидим, да? Это самая важная концовка. То есть самая правильная вот эта вот. Во всех остальных у нас там либо бабайка этот съест, или монстр, или что-то такое. Ну, мы прошли, да, и ничего толком не рассказал. Короче, друзья, вот так вот мы прошли игру, и мне кажется, я более-менее понимаю, о чем произошло в этой игре. А, произошло следующее. Мы были как в Among the Sleep, если вы помните такую игрушку, когда там мама пила, а у нас у ребенка было воображение, якобы там монстры были. Так вот и тут, я так понимаю, что запирал нас отец, я не знаю, зачем он нас запирал, но что-то, видимо, не очень хорошее он с нами делал, потому что именно кабан символизирует отца, и может быть он нас насиловал, потому что вы даже сами без меня догадались, что он был педофилом, потому что он сказал типа и развлекаться, всякое такое. Потом же служанка, опять же, которая хорошо относилась к нам, она как бы тоже, да, символизировала служанку, как бы. Потом пингвин, это дядя, или пингвин, или кто это, птица какая-то, я не помню. Он с книжками символизировал, как бы, да, что он в нашей жизни там был что-то такое. У нас просто был сон. А вот эта лиса, которая была, да, видимо, это была любовница его, потому что, ну, мама вряд ли это будет, да, по клубам там лазить и бухать там всякое такое. И, возможно, это была любовница. И вот, вот такой вот сюжет у игры, прикольный, запутанный такой. И, опять же, как дает для пищу для мозгов, просто для... мозга, да, чтобы ты сам подумал, решил, что да как, и все, как бы сам решил. Игра, в принципе, на две серии выходит нормально. Я думаю, я надеюсь, я вам все объяснил, вы все поняли. Концовки, если хотите, другие посмотрите на YouTube, но там, я вас уверяю, там ничего такого интересного нету, потому что я посмотрел, я узнал, что, ну, самая хорошая концовка вот эта вот, и просто записал для вас. Но сюжета как бы я не знал, я знал, что она запутанная будет, так что думал, все будет круто. Так что если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, сейчас будем новую игрушку брать, какую-нибудь интересную, так что не переживайте, с вами был Длинос, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вступайте обязательно в группу ВКонтакте, там всегда свежие новости, всякое такое. И всем пока, всем удачи, йоу, мазафака.